Как правильно мыть кошку, чтобы она не сбежала? Сначала подготовка. Убираем все лишние предметы из ванны, закрываем дверь в ванну и окна в квартире. Берем шампунь для кошек, бальзам, если есть, и полотенце. На дно ванны кладем коврик или полотенце. Для комфорта кошки можно положить любимые игрушки и даже кусочек корма. Набираем воду высотой примерно пол кота и температура от 35 до 39 градусов. Теперь самое интересное. Берем кошку и погружаем в ванну. Я мою котика в такой позе, но вы найдите позу, которая понравится вашей кошке. Хорошенько намочите шерсть. Удобнее всего это делать с помощью душа с несильным напором. Но если кошке не нравится звук душа, то поливайте леечкой. Разотрите в ладонях шампунь, а затем нанесите круговыми движениями на шерсть котика везде, кроме головы. Пора смывать. Делайте это очень тщательно, потому что котик будет себя вылизывать. Затем немного выжмите котика, я делаю это так, и закутайте в полотенце, чтобы не замерз. Если питомец не против сушки феном, то вам повезло. А если против, то сушите полотенце. Ура! В мире стало на одного чистого котика больше.